Приветствую всех! С вами Низиромас, и мы продолжаем проходить вторую часть Паразит Ив в режиме Scavenger. В первой серии мы с вами полностью прошли весь Акрополис. Ничего там особенного не получили. Но, по крайней мере, я умудрился ни разу не сдохнуть. Так, сейчас посмотрим. Убедимся, что мы ничего не ничего интересного взять не можем. Ну, к сожалению, да. Вот как-то так, что ничего у нас не. Ничего мы не можем взять. Но вот эту штучку бы, конечно, взять. Ух. Тогда отправляемся. Я решил, что я не буду в этот раз на этом тренироваться. Мы еще будем на следующей сложности. Я думаю, там будем тренироваться, потому что там просто все надо будет выжимать. А тут ничего такого особого не будет. Поэтому отправляемся так. Кстати говоря, с момента прошлого сеанса записи прошло приличное время. Разумеется, пока еще никаких ваших комментариев по поводу моих возмущений не было, но... Одна мысль у меня появилась. А, так, надо вот это взять. Я говорю, сейчас я буду все протеинки кушать, потому что... Потому что нужны. Так, ну и потрошки тоже. Вот так. В общем, мысль появилась по поводу Брахмана. И почему у него руки не отваливались. Возможно, это дело в Баунти мод. В измененном состоянии. Я не помню, если честно, как я проходил на других сложностях. То есть полностью ли я зачищал на том же Баунти. Может быть, я, скажем так, преувеличил, что я полностью зачищал. Поэтому, может быть, дело в баунти моде. Если так, то окей. Тогда претензий нет. Тогда, получается, мы и на кошмаре не сможем ничего сделать с этим. Так. Сколько времени прошло, я все еще не помню. В какой комнате есть сразу враги, в какой нет. Так, в этой нет сразу врагов. Так, я сейчас пирокинез потрачу. Вот в этой комнате. Вот во второй. Наверное. У меня такое подозрение, что я не успею сходить. Ну, полностью ушатать этих кексов. Что монстры еще вот это вот, свою анимацию, там вот это шипение делают и так далее. Так, и сейчас я еще в туалете потрачу эту же штуку. Просто потому, что оно... позволит мне проще вот с этой штукой разобраться. Так, тут на что? А, бакшот обычный. Бесполезно. Потому что к тому моменту, когда у нас появится возможность использовать дробовик, у нас уже будет, собственно, ты зараза! С
смысле? Ты чё? Монстр, блин. Что-то его не откинуло с моего перекинеза, я недоволен. Кстати, что я торможу? А, стоп. А у меня лечения в принципе еще нет, окей. Не, ну тогда... Я сразу использую. Как я уже говорил, тут я буду все использовать, потому что... На кошмаре мы все равно будем с нуля начинать. Поэтому смысла нет. Экономить. Никого? Здрасте, приехали. Значит, два этих типа появляются после. Так, ну некроз прокачиваем. На второй уровень нужна 1000, офигенная. Офигенная 1000 нужна. Так, вторую комнату я посещал, да? Отлично. Не, ну на кошмаре, конечно, когда я буду играть, там уже... По сути, практически у меня будет большая часть прохождения без урона, потому что там почти любой урон, это уже будет game over. Все? Это будет 25 мышек? Чё? Откуда 25? А, я взял здесь таблетку? А, я взял таблетку. Внезапно. Не помню такого. Да. Не, ну взял так взял. Я не, как бы не против. Так, моя сейчас первостепенная цель — дожить до возможности купить у Дугласа что-нибудь. Потому что у Дугласа мы возьмем оружие. Причем, возможно, я даже для разнообразия возьму... Если я правильно помню, что там за оружие, то, возможно, я возьму оба оружия. Хоть нам и сообщали, что... А, погодите, я... Забыл. Немножко забыл про маленькую волшебную кнопочку. Да, точнее, калитку. Кнопочку-то я мог и без машины. Вот мне все-таки интересно. Дуглас в большую часть драйв вот как? В обход ходил? Если он не мог выбраться из своей мастерской вот таким вот образом через вот эту дверь. Получается, он через свой обход, где у него там огромные вот эти решетки и так далее стоят. Эх, мужик, жаль, ты не хочешь здесь поторговать. Я бы тебя сейчас купил. Ох, я бы у тебя сейчас тут купил. Так что... Ну да. Просто, ну да.
На улице, по-моему, сейчас скорпионы будут, вот на главной площади. Скорпиончиков мы не боимся. Я сейчас буду осторожнее играть. Я не буду пытаться хамить. А для осторожности мне нужно сначала нахрен свалить. Так, только на этот экран, пожалуйста. Оп. Вот где это видно? За 3 пули 9 урона наносить. Это же жесть. Так, пенициллин. Хорошо. Вспышка. Вот если я еще, опять же, не ошибаюсь, по-моему, вспышку мы будем использовать, будет полезно использовать против вот этого кренделя, который на потолке ходит. Вот это первое серьезное испытание. Ага. Ты жижи, что ли? В смысле, ты не врезался? Ты чё? Товарищ подофигел слегка. Так, сейчас вот здесь вот убьем пару вот этих товарищей, и надо будет сходить за патронами. Так, на вас у меня патронов должно хватить. А я надеюсь, что хватит. Вы чё? Откуда у вас вот столько? Я забыл, что тут трое мужики. Валим. Надо было на самом деле сразу вот этого одного обходить и бежать к чердаку. Но энергию, конечно, я знатно потерял, просто всю. О, зато мы можем вот это взять. О лечении я сейчас не думал. Мне лечение сейчас нахрен не нужно. Именно такое. Потому что пока его применять, меня быстрее успеют еще сильнее разнести. Единственное лечение, которое мне нужно, это вот таблеточки какие-нибудь. Поэтому сейчас я их еще возьму из машины.
Ну и, разумеется, самое главное, это все-таки патроны заправить, потому что патроны, это прям больно. Они уходят в таком агрессивном количестве. Эти гидру можно взять по приколу. Ну и парочку, наверное, возьму вот этих. Выкидываем. Это... Ну и все. Ну, гидру на всякий случай беру. Просто чтобы было. Вот я даже на всякий случай ее в сумку положу. Вдруг я не услежу, у меня закончится. Чтобы просто было чем отбиваться в случае чего. Так, враги у нас кончились. Вот в известной области. Это хорошо. Сейчас я сохраняюсь. Я спускаюсь вниз по лестнице. И первым делом иду к двери, где мы будем звонить мистеру Дугласу. Так, не на лестницу. А именно к той двери я иду в первую очередь, потому что там будет один вот этот... Одна эта конина, блин. Ну, этот чейзер. И с ним достаточно весело может получиться. Мне нужно умудриться его ушатать. Сохраняем игру. Разумеется, на этом мы не заканчиваем серию. Это я все пытался пропустить. Хотя эта реплика пропускалась не на кнопку старт. И если я сейчас успешно вот этого товарища смогу одолеть, то я сразу же сохранюсь. Все настолько хреново, что он даже не падает с моего пирокинеза на пол. Вот все настолько хреново. И опыта у меня, разумеется, нет. Даже на то, чтобы хоть что-нибудь себе восстановить. Так, хорошо. Я удивлен, на самом деле, что я умудрился от него уклониться. У меня это очень редко выходит. Так, давайте сохранимся еще раз. Я часто буду сохраняться. Особенно в таких сложных моментах, где я легко могу сдохнуть, ошибиться и так далее. Добежал до стены, чтобы этот товарищ задумался над своим поведением. Вот единственное, что спасает в этой конкретной битве, это что враги тут имеют ослабленную защиту. То есть их тут намеренно сделали в два раза, ну, получать в два раза больше урона. Это единственное, что меня спасает вот для этой битвы. Так, ну и тактика хитрого жука, как я ее называю. Я не буду бежать вот туда, пока у меня не кончатся эти чейзеры. Я вот в этой локации их по одному буду гасить. И то, если я, конечно, буду их успевать гасить, я надеюсь. Да, хотя бы одного успеваю, хорошо.
потому что они тут достаточно странно себя ведут. В такой засаде стоят. То есть, с точки зрения разумного существа, это, может быть, имеет смысл, что вот так подловить. Но я не уверен, что в данный момент они действуют именно таким инстинктивным, чтобы ими вот этот... А, Blizzard Chaser сейчас управлял. Ну, потому что о каком управлении может идти речь? Ну, я не думаю, скажем так, что он сейчас ими управляет. Сейчас, на мой взгляд, они просто вот сами пытаются как-то импровизировать. В смысле, я же перезаряжал. Ладно. И вот таким вариантом нам останется очень недолго страдать вот внутри этой аренки. Там максимум, по-моему, 3 штуки появится. Угу, тут больше нет. И тут нет. Все, кончились. Готов. Ну, вот как раз, как я и говорил, 3 штуки. И восстановили себе энергию, потраченную после того. Вот тот один Blizzard Chaser, ой, простой Chaser, для меня оказался страшнее, чем несколько вот этих. Вот сколько их там было. По-моему, 7 штук примерно, или 8. А, стоп, еще 2 в начале. 2, потом вот 3 в конце. И 3 или 4 вот этой тактикой жука. По-моему, 4 все-таки тактикой жука вот этого хитрого. Мы одолели. Так, сейчас отступаем. Тоже внутри. Ну ты, судя по тому, тоже внутри. Хорошо получилось. Но выбежать из этой области и не попасться. Я вот настолько этим комарам, так называемым, не доверяю. Так, еще один боевой фонарь. Магнитик. Так, где у нас респавны? Везде. Ну что такое? Чё ж так жестоко? Делать.
куда ты целишься? Ае, блин. Ты издеваешься? Аргаха? Хорошо, они не такие болючие все-таки. Что можно выдержать несколько касаний и не сдохнуть в процессе. Так, ну, съедаем таблеточку, которая осталась на теле хозяина этого бара. Заряжаемся, кстати, надо уже срочно бежать на заправку. Фух. Фух. Так, вот с вами, господа, что делать? Пару штук выманили, пару штук нормально. Нет? Ё-моё. А что мне делать? Ну, у меня, конечно, окей, гидра есть, согласен. Если тут сейчас спящие чейзеры, то, по-моему, мимо них можно аккуратно прокрасться. Фух. Можно зарядиться, это хорошо. Сохраняемся. Что у нас уже? О, скоро наш товарищ займет третье место. Или даже второе, потому что даже до второго недалеко. Даже, скорее всего, он у нас займет второе место. Хорошо. Так, по комнату у нас что? А. Да, в принципе, все. Остался только второй этаж.
и можно смело идти к Дугласу. Вот, казалось бы, какого хрена, откуда они тут взялись? Я сомневаюсь, что скорпионам очень удобно забираться по лестнице. Нет, я, конечно, может быть, ошибаюсь. Может быть, это вообще самое любимое занятие скорпионов. Стимулятор. Я скину весь запас обычных патронов, которые у меня есть. Просто, чтобы на всякий случай у меня здесь был еще запас. Если я окажусь вот здесь... И мне будет слишком далеко идти до машины. Поэтому я сейчас просто пополню еще разок. Он мне на самом деле не часто пригождается, такой запас. Я иногда его делаю, когда прохожу. Вот на каких-то высоких сложностях. Но пару раз такое было, что мне действительно было полезно, что я вот такой запас себе сделал. Что там не 20 патронов лежало, а ну, несколько сотен. Интересный вопрос, конечно, что вообще делали эти патроны в ящике номера, который как бы до этого сдавался людям? Непонятно. Ну хотя, учитывая, что это в один год была куча людей, я не удивлюсь, что здесь действительно могли огнестрел продавать, ой, не продавать, а с огнестрелом заселяться. Даже, казалось бы, простые люди. Мы-то тут на ФБР работаем. Официально. Так, сохраняемся еще разок, да. И это будет, я надеюсь, что последнее сохранение конкретно вот с этим оружием. Потому что я надеюсь, что у мистера Дугласа получится взять нормальное оружие. Ну, так, как сказать, нормальное. То, с которым я смогу чуть-чуть покомфортнее себя чувствовать. Так, и осталось у нас... Остался гараж, в котором будут эти чертовы комары. Ух, эти комары, блин. Благо мне, кстати... На удивление, игра дала обойти. Сколько вас тут? Вы чё, охренели? Ух. Я думал, тут два, максимум три комара, тут пять штук, блин. Сдохнет, тварь. Так, ну еще вот этот. Эти даже. Так, ну да, я потратил, конечно, весь запас патронов. Ой, патронов энергии. Ну, в принципе, у меня есть опыт, я, если что, могу что-нибудь взять себе.
Так, а сколько ты стоишь? 600. Так, господин Флинт. Здорово. Так, ну и да, у нас тут не то чтобы большой запас, но кстати, давайте вот это возьмем. Берем, разумеется, P08, и сейчас я гранатомет возьму. Я не часто им пользуюсь. А на этой сложности так тем более. А местами это чуть ли не челлендж, по сути, будет, если пользоваться им. Ага, погоди, ты мне даешь 20 этого, но без МП вообще оставляешь. Ага, вот оно что. Так, ну сюда... Заряжаем P08 наш. Так, давайте гидры зарядим. Наш P08. А сами пойдем с гранатометом. То есть попробую сейчас с ним побегать. И... Так, 6 стоишь, да? 1400, ну столько я не наберу, конечно. Да, я прекрасно понимаю, что гранатомет с этими гранатами это достаточно не сильная вещь. Но все равно попробовать я хочу так поиграть. Тем более гранатометом мы в принципе очень редко пользуемся. А так заодно посмотрим. Одно время я пытался именно чисто с этим гранатометом проходить высокую сложность, вот эту Scavenger. Ни хрена хорошего из этого не вышло. Да отстань от меня. У него что хорошо, он хоть не по большой, но все-таки по площади бьет. То есть, по сути, я бы убил этих всех за две гранаты, но просто они поотставали друг от друга. Ох, комары, блин, бешеные. О, кстати, неплохо. Не, площадь, кстати, на самом деле приличная. Так что, может быть, не все так плохо с ним. Ну, скажем так, по моему опыту, босс в Драйфилде на хорошую концовку убить, по-моему, с гранатомета с этими гранатами будет невозможно. А, нет, мне вот это, пожалуйста. Так, я сейчас пойду зачищу вот эту локацию. Нормально. И теперь пойду прочищу путь до сохранения на заправке. Правда, там чистить-то не от кого.
Но в любом случае. Так, погоди, ты... Так, ты... Ты требуешь 7, ты требуешь 6. Хорошо. У меня просто мысль попытаться поймать вот этого мини-босса в станлок. То бишь, помимо... Этот... уронить его какой-нибудь вспышкой или фонарем. А там некрозом его шарахнуть разок. И, кстати, может быть, вот это взять. Так, давайте попробуем вот это взять. А сюда гидру. Рекавери, мне кажется, мне не понадобится. Я не выдержу его удар. И просто, пока он будет в отключке, я в него там сумею чуть-чуть всадить. Мне кажется, даже лучше попробовать вот с этой штукой изначально. Потому что у гранатомета очень долгая перезарядка. Сохраняемся. Все на этот же слот. Идем вниз туда, к нему. Я вот не помню, успевал я вспышку применить. Перед тем, как он... Окончательно меня ударил, на когда я на баунсе пробовал, ну, проходил. Я вот не помню. Я сейчас вот так сделаю. Спиной к нему появлюсь. Понятно, меня развернуло, я не ожидал. А. Понятно. Тактика хреновая. Окей. Запомним. Во-первых, я не ожидал, что он меня развернет. Потому что в заставке-то Ая не разворачивалась к нему. Во-вторых, такое ощущение, что все-таки надо... Вот это взять. И успеть развернуться уже в процессе. Но, кстати, с одного удара он меня не убивает уже. Любопытно. И по идее, кстати, должно быть время использовать прямо вот с места самого вспышку. Вот как только я появляюсь, вот сразу использую вспышку, должно быть возможность. Потому что вроде бы я достаточно далеко от него появляюсь. Нет. Понятно. Так, подбегаем сюда, в таком случае. Раз мой план не сработал,
Несколько вот этих возьмем. Так, ну вооружаемся гранатометом. Это, мне кажется, должно хватить. Вот такого запаса. Идем пробовать так. Сейчас надо первым же делом, когда я в битву вступлю, вот в этой попытке я попробую использовать этот боевой фонарь. Он быстрее применяется, и, по-моему, уронить он его все-таки должен, пускай и... Может быть, это быстрее пройдет. Но время должно дать. Плюс от боевого фонаря, я помню, есть еще кое-какая польза. Не от боевого фонаря, а есть смысл обойти его. Насколько я помню, он не может подойти на потолке к потолку, к комнате этой, к винной. Вот так. Получай, зараза. Не зря я сохранил эти гранаты. Так, сюда обратно вставляем нашу пушечку. Да, наверное, пока обычно зарядим. Так, протеинку. Сюда... Включаем свет. Чпок. Готово. Я что-то забыл, что я же взял себе броньку новую. Так, еще даже пара слотов на лечилке. Наверное, сюда МП, а сюда я сейчас вторую протеинку вставлю. Я пойду вернусь за той протеинкой. И берем, разумеется, наш улиточный магазин. Но основную часть времени я планирую тут побегать все-таки действительно с гранатометом. Мне даже понравилось, он не такой плохой, как я ожидал. Кстати говоря, энергия. Сюда сколько надо? 3200. Плазма. Мне вот это понадобится на босса, я так чувствую. Да, давайте его возьмем.
сейчас вернемся за протеинкой как раз. Только надо сначала включить свет. И тут гасить свет я не буду. Толку от этого нет. Наоборот, только преимущество, что в один из заходов тут комната будет безопасна. Это, наверное, зря я прямо сейчас прокачал себе способность. Ну да ладно, у меня в любом случае будет опыт на то, чтобы там антитело условно прокачать. Чтобы еще бонус на МП получить. Просто на босса я, скорее всего, надену обратно вот эту броньку, которая у Аи была изначально. Ну, которая на ней сейчас надета визуально. Потому что от нее больше всего толку. Ну, больше, скажем так, толку для босса. Потому что на ней больше МП. Да какого ж леса происходит? Вроде далеко. Окей. Ну, благо, да, вот восстановление ХП это круто. О, вспышка, кстати, еще одна. И вот здесь вот кола, по-моему, да? Полный инвентарь. Это нехорошо. Да, я пройду эту дверь сегодня. Кстати, раз я активно пользуюсь этим гранатометом сейчас. А, так. Что вообще, кстати, можно повыкидывать? Так, ну вот это точно можно убрать. Так, верните мне мой фонарик. Так, у меня места мало. Я думаю, я пока выкину обычные патроны. P08 будем, если что, с гидрой стрелять. Ты же у нас заряжен, да? Да. Вот так. И, кстати, сколько у нас патронов вот этих гранат осталось, точнее? Ну, 51 штука, кстати, нормально. Учитывая, что я заправлял их не до конца. Обязательно я сохранюсь после этого мини-босса. Ну, кстати, гранатомет не зря все-таки взял. Он действительно очень помог против этого сталкера. Не так хорошо тут вспышка зашла, как я надеялся. Я, кстати, специально пошел именно в эту область сейчас. Первый. Чтобы немножко здоровье подвосстановить перед тем, как идти вот в узкий проход между магазинчиками всякими. Так, тут у меня... Сюда. Так-то вспышка хорошая вещь.
Где бы найти такую вспышку, чтобы в реале от комаров так избавляться? Использовал одну вспышку, и комаров больше нет. Никогда. Так, тут сейчас, по-моему, всякие крысы будут и так далее. Ой, блин. Дружище. Вы чё? Охренеть. Как-то он охрененно быстро подорвался. Ладно. Рисковать больше не хочу. Я думал, что тут крысы. И прочее. Поэтому я с такой легкостью пальнул под ноги. В надежде, что крыса сдохнет. Крыса не сдохла. Потому что ее там не было. Аргаха? Не, ну вот хорошо с комарами этот гранатомет справляется. Я доволен. Мысли. Как ты меня задел? Понятно. Не достреливаю. Я не помню точно, но, по-моему, здесь очень неприятное. Ага. Не сейчас. А сейчас нормальная битва была. 7 скорпионов, кстати. Нормально. А, ну все, мы зачистили. Сейчас я обязательно схожу еще раз к Дугласу. А, закуплю у него этих гранат все-таки почти до максимума. Я на самом деле изначально так, для пробы взял. Но в целом зашел более-менее нормально. Хорошо стреляет. Идем сейчас потом после этого дозачищать остальные локации Драйфилда, кроме финального босса дня. Его я ставлю на следующей серии. Thank you.
Возьмем вот так. Оружие все скупили у него. И гранатомет, кстати, сколько мы, ну, боев уже с ним прошли, и он все еще очень маленький процент. Ну, а это, кстати, действительно на второе место успела вырваться пушечка. И она останется там надолго, потому что, а чему с ней конкурировать? Ну, разве что вот это в какой-то момент, ну, и то вряд ли. Идем в магазинчик. И надо не забыть взять еще один предмет в нем. И, кстати... так, гранату убираем. Берем вспышку. Я что, зря вспышек накупил? В конце от концов. Конечно, где попало, их использовать не хочется. Я сначала сюда зайду. И это то одно из тех мест, где я использую. Потому что враги ко мне тут достаточно агрессивно относятся. Берем сумочку. Так, нет, не использовать, не надо использовать вспышку вне боя. Так, тут у нас господа чейзеры, по-моему, сидят. Так, и на вас, кстати говоря, вот это будет поадекватнее выбор. Понятно. Не ори ты так на ухо. Так, ну да. Я все лечение ищу. А лечения нет. Так, 400, а ты 600, да? Угу. Так, ну и да, мне на эту битву действительно понадобится вот эта броня, она будет пополезнее. Так, и что еще? Ну, вот это на всякий случай возьму просто вот. По идее, все, да? Ну да. Больше мы тут ничего не сделаем.
Ну ладно, рано или поздно надо лечение прокачивать. Сделаем тогда это сейчас. Просто чтобы протеинку лишнюю вот прямо сейчас не есть. И вот второй себе прокачаем вот это. И в итоге у нас 7 стоит этот. Мы сможем 4 раза применить за этот бит, ну, за начало боя. И потом еще 3 раза перекинез можем использовать. Давайте идем к Дугласу. Нет, сначала я скину сумку. Ну что, сумка мне точно не пригодится. Вот сейчас. И одну эту скину, просто чтобы было. Так, а вот это поменяю на колу. Колу он попозже оставлю. Кстати, надо еще светляка выкинуть точно. Забыл совсем. Так, где? А, вот. Отлично. Ну вот, как-то так агрессивно у нас уходят наши монетки. Уже меньше 10 тысяч осталось. При том, что начинали мы больше, чем с 10. То бишь, сейчас я ушел в минус, если бы я условно начал с нуля. Ну, хотя физически тут, насколько я знаю, невозможно начать с нуля. В любом случае, сколько-то с прошлого прохождения останется. И это я еще никаких протеинок, помад и так далее не брал. Ну да, разве что броня, я не уверен, что это стоило ее взять, но в том числе для разнообразия. То есть вот сейчас я, конечно, взял старую, потому что на ней МП есть. Потому что на босса пирокинез второго уровня — это самая такая оптимальная опция. И как раз заправили гранаток. И идем сохраняться. А вот на этом режиме я достаточно давно не играл. По-моему, я, конечно, тогда, вот 5 лишним лет назад, когда проходил на канале, я, по-моему, проходил, в том числе Scavenger. Или начал проходить, я не помню, дошел ли я его до конца. Вот, и настолько все плохо, что я действительно не помню. Может быть, я даже забросил где-то на середине. Но сейчас я намереваюсь пройти его до конца и, ну, разумеется, следующую сложность тоже. Будем надеяться, что все получится. Так, тут все. А, я опять забыл ключ взять. Я же помню о нем, когда выходил из трейлера Дугласа, и отвлекся. Забыл, это... Та вещь, которую я чаще всего забываю в прохождении Паразиты в 2. Вот, например, за черной карточкой в Акрополисе сходить я вообще никогда не забываю. Еще куда за каким-то предметом сходить я не забываю. А за этим ключом всегда. Как так? Почему происходит? Я не знаю. Thank you.
Ну, я думаю, с этим боссом у нас не должно возникнуть проблем. И обязательно, раз я это сказал, то какие-то проблемы неожиданные возникнут. Но в целом, если действовать плюс-минус аккуратно, то он вполне себе спокойно проходится. По сути, у меня будет где-то 11 пирокинезов на него. Ну и 100 гранат вот этих. Ну а на этом я благодарю вас всех за внимание. Оставляйте свои комментарии. И до новых встреч. Уже в следующих сериях. Всем пока.